Привет, друзья, меня зовут Марк, вы на канале Бабкина Крипта, и это канал о заработке на криптовалюте. Сегодня у нас на обзоре очень интересный проект, который называется Bitcore Network. Один ролик мы по этому проекту уже отсняли, он у вас появится в подсказочках в правом верхнем углу, либо будет внизу под описанием этого ролика. Сегодня мы поговорим о том, как приобрести первый пакет, на чем можно зарабатывать, как вообще начать зарабатывать в этом проекте. Но предварительно, конечно, я рекомендую подписаться на наш YouTube канал, обязательно поставить лайк, написать комментарий, жмакнуть в колокол, чтобы ничего не пропустить. Также не забывайте про нашу тележку, подписывайтесь на Telegram, здесь мы постоянно публикуем полезную информацию, делаем это абсолютно бесплатно, отчитываемся о нашей работе, о проектах, в которых мы участвуем. Соответственно, информации очень много, и я бы не стал ее пропускать. А я еще раз напомню, меня зовут Марк, вы на канале Бабкина Крипта, и мы уважаем ваше время. Давайте начинать. Итак, друзья, проект Bitcore Network. Первый ролик мы уже отсняли, ссылочка внизу в описании будет. Сегодня мы поговорим о том, как вообще взаимодействовать с этой платформой, что здесь есть, какие инструменты для заработка, как можно вообще заработать. И чуть-чуть затронем партнерскую и реферальную программу. Платформа Bitcore Network, ее правильнее будет назвать экосистемой Bitcore. На данный момент существует фарминг, в который вы можете влететь и начать зарабатывать уже на фарминге криптовалюты, а именно криптовалюты BET. Текущая цена бета 0.2 USDT. Я уже влетел на $50, соответственно, у меня сейчас 250 бет, и доступный баланс это 55.1 бет. Если мы это с вами сейчас конвертируем, ну, это в районе $1 получилось. Но сумма небольшая, процент, соответственно, тоже небольшой, 8% дохода. И этот процент, он довольно уверенный, стабильный, нет каких-то сумасшедших, высочайших процентов. Это говорит о том, что проект может прожить очень долго и принести нам, конечно, большое количество денег. Ну, давайте перейдем уже непосредственно во вкладочку, где можно приобрести пакеты. Есть стартовый пакет, small, medium, regular, business, premium, gold и platinum. Вот, к примеру, первых три пакета по 8% приносят, регулярный бизнес премиум по 10%, голд и платинум по 12%. Соответственно, каждый из этих пакетов стоит по-разному. Я влетел в проект стартовый, $50 он стоит. И, соответственно, после того, как я вот сюда зашел, его приобрел, у меня сразу же скидочка на small пакет. Я, соответственно, как только появится возможность, ну, конечно же, я приобрету small, и у меня уже будет $100, и, соответственно, с каждого пакета по 8% будет капать. Сумма может быть и небольшая, но я планирую зарабатывать не только на фарминге, но и на партнерской реферальной программе, а также на росте токена. Покупается пакет максимально быстро, вы можете зайти на сайт, вот эти кнопочки могут не работать. Это из-за того, что у вас нет на балансе никаких средств. Для того, чтобы пополнить баланс, здесь вот написано «Мой баланс», «Пополнить баланс». Нажимаете «Пополнить», вводите сумму, которую вы хотите. Если вы, к примеру, хотите заходить на стартовый пакет, вам нужно $50, small там, по-моему, $100. Вы просто вводите сумму, вы хотели бы внести, нажимаете «Пополнить». И здесь он вам пишет кошелек, на который нужно перевести 50 USDT. Это будет все в сети TRC20. Обязательно это отметьте у себя, не забывайте это. И переводите криптовалюту только в TRC20. Лично я это делаю с биржи Binance, либо с биржи Bybit. Это можно тоже делать. Комиссия будет $1, то есть $51 будете переводить. $50 зачислится, 50 USDT точнее. $1 спишется как комиссия. То есть вы копируете, нажимаете пополнить и, соответственно, пополняете. Через какое-то время деньги у вас появляются на кошельке. Это может занять около 5-10 минут. У меня заняло около 5 минут, по-моему, плюс-минус. Я там от компьютера отошел, пришел, уже денежки у меня на балансе. Как только у вас денежки появятся, вы сразу идете, спускаетесь, скроллите чуть вниз и выбираете все для себя пакет. Если вы, к примеру, хотели выбрать стартовый пакет, нажимаете купить. Давайте я попробую small все-таки, потому что стартовый у меня уже выкуплен. Вот видите, он мне опять не дает купить, потому что у меня на балансе нету. Если у меня будет на балансе вот эта сумма, то, соответственно, он мне даст просто нажать кнопочку и зайти. Но так он пока этого мне, к сожалению, не дает сделать. В любом случае, как только у меня деньги появятся, я выкуплю пакет уже на видео, думаю снять на эту тему ролик, и уже конкретно вы сможете на это посмотреть. А так вообще в целом, на чем зарабатывается в этом проекте? В первую очередь это, наверное, фарминг. Как я уже сказал, вы получаете 8% от ваших вложенных средств. Соответственно, если вы покупаете пакет стартовый, то 8%. Если small, то тоже те же самые 8%. Дальше вы можете зарабатывать
на росте токена. Токен еще совсем в таком, я бы не хотел такое слово говорить, но в зачаточном состоянии, потому что платформа довольно большая. Если вы хотите все конкретнее узнать, обязательно переходите на наш предыдущий ролик. Мы делали полную презентацию проекта, делали обзор. Там все четко описано, рассказано, все затронули варианты. Можете зайти, посмотреть. Итак, будет трейдинг-бот, сигнальный бот, индекс. Много-много-много всяких там инструментов будет добавляться. И уже есть одна информация по поводу первых инструментов, которые будут вводиться в этот проект. Об этом я напишу в нашем телеграм-канале «Бабкина крипта». Мы здесь постоянно такую информацию публикуем, и она выходит гораздо быстрее, чем на YouTube. Смотрите, у нас фарминг идет, заработок на фарминге. Второй вариант – это у нас заработок на росте самого токена. Токен еще пока 0.2 стоит, а ребята планируют, ну, выйти там к 3-4,5 долларов. Это вполне реально, я думаю. Ну и плюс у вас идет заработок на реферальной программе, на партнерской программе. У меня вот есть здесь партнер, соответственно, мой основной спонсор, у него уже 10 100 долларов. Это, ну, то есть из 34, мне сейчас тоже нужно закрывать здесь партнеров. У меня уже есть 5 регистраций, но пока никто пакет не оплатил. Я в любом случае, ребят, кто смотрит этот ролик и зашел по этой ссылке, я из вас никого не призываю участвовать в этом проекте. Берите риски и ответственность за вложенные средства исключительно на себя. Мы, в свою очередь, рискуем своими собственными деньгами и делаем исключительно обзор, ну и показываем, что и как работает. Принимать решение о входе, конечно, вам, но мы в этот проект влетели, конкретно я уже один пакет выкупил. А так, друзья, вход в проект максимально простой. Пополняете баланс в TRC20, выкупаете пакет и начинаете зарабатывать. Токены можно выводить в любое время, как только у вас появилась возможность, как вы поняли, что уже можно что-то вывести. Вы заходите в фарминг, вводите сумму. Ну, допустим, у меня вот сейчас 5 бетов, и я как бы эти 1 доллар, я не вижу просто смысла выводить. Да и, наверное, выводить я пока не буду, буду копить эти токены и ждать, когда у них курс будет хотя бы один. И уже тогда можно будет поговорить о каком-то выводе из этого проекта. Регистрация в проект максимально простая. Под роликом будет ссылочка на регистрацию и реферальный код, по которому можете перейти, ввести его и, соответственно, попадете в мою, уже в мою конкретную линию. Если вы это сделаете, примете решение, проанализируете риски, возьмете ответственность на себя, вы обязательно напишите об этом в телеграм-чате. Можете написать прямо в чат, зайти в Бабкина крипта, здесь у нас отдельный чат, что вы зашли в один из пакетов, приложите ссылочку, что вы действительно вошли. Если будет 2-3 человека, кто зайдет, мы, конечно, создадим отдельный под этот проект чат и будем уже там вместе взаимодействовать. Потому что мне, моя задача не просто самому заработать, но еще и помочь вам заработать на этом проекте. Поэтому мы плюс-минус с вами будем в одной лодке находиться. И в любом случае информацию я буду вам отправлять максимально быстро и моментально она будет приходить. Потому что я в некоторых закрытых чатах нахожусь. Плюс нахожусь в официальном чате этого проекта и общаюсь лично с админами этого канала, этого проекта. Поэтому, мне кажется, эта информация будет максимально полезной. В любом случае никто не останется без какой-то поддержки, информация всегда будет. Но опять же, друзья, принимайте решение сами. Я думаю, что с проектом все будет хорошо, и мне хочется верить, друзья, что этот проект будет прорывом 2023 года. Конечно, я вновь рекомендую подписаться на наш YouTube канал Бабкина крипта. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, жмите в колокол, чтобы ничего не пропускать. Меня зовут Марк, и я благодарю вас за просмотр. С вами был канал Бабкина крипта, и самое главное, друзья, не теряйте свой кэш.